Следующее попробуем. Надежда, вы огонь на попробуем. То же самое, смотрите. 31 число по-корейски будет самщип или верно? Ага. А если вы скажете просто Сиво Самшибиль и Суювилию, это будет 30 октября. Почему? Потому что слово иль это есть как один, а есть как день. Сам щебели Да, получается, вы должны добавить еще одно слово иль. Тогда у вас будет самсибиль это 31, иль это день как число. Да? День. Тогда у вас будет сиволь самсибириль суйоиль ее. Хорошо. Алия, говорить можете по микрофону? Да, и тут. Прочитайте, пожалуйста, следующее. Ship и вон. Ship са иль, воё иль. Уриль, окончание? Иль? Окончание, окончание. Вот это окончание. Ия. Ия. Ship и во, ship са иль, да, не иль, а иль. Здесь буква И. Ворю и окончание. И. Хорошо? Дана, попробуйте сказать. Одинен. Одинен. И закончите предложение такое, по такому же образцу. Давайте не одинен, а унырын, давайте одинен. Унырын. Унырын. Унырын это? Сегодня. Сегодня. Дана, попробуем. Унырын. А, микрофон, пожалуйста, я не слышу. Ничего. Ага, ничего. Унырын. И вой чил воскресенье. Ирио. Хорошо. Юля. Ли Юля. Ли Юля. Скажите, вчера какой был вчера? Оде. Одженин. И воль. Югиль. Нет, ю. Да, когда день? Юг. А когда месяц? Прошедшее время нужно. Иосайо. Не-не, да, туюи иосайо. Иосайо. Иосайо это есть, да, сейчас, сейчас иметь, в настоящее время. Есть. Да? Иосайо. А было Иосайо. Иосайо. Да, или, а это получается как бы иметь, а это имеется в виду как to be, прошедшее время, оде, то и остаё.
А слово ида. Помним? Ида. Хорошо. Оля Ли, попробуем. Послезавтра будет какое число? Послезавтра. Море. А послезавтра какое число? Сегодня седьмое. Девятое, да, будет? Uh-huh. Море и воль. Uh-huh. Ку иль. Uh-huh. Вторник. Хуайорилио. Хуа. Хуа. Йоиль. Ага, вы только что сказали ва, а правильно? Хуайорилио. Хуайорилио. Ее. 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 И ее. Да-да-да. Да, вот здесь и ее. Да, то есть опускать нельзя. И ее. Хорошо. И последнее. Женя, Евгений, пожалуйста, скажите, позавчера какое число было? Кто кенен? Иоль ойл. Иоль ойл. Ага. Иоль ойл. Могейл ее. Ага. Исосую. Нет. Во-первых, было пятница на позавчера. А, кымейл. А, кымейл. Иосую. Исосую. Не-не-не, Исосую. Исосую. Иосую. Кымейл, Иосую. Хорошо. Посмотрим следующее упражнение. Здесь мы видим месяц, июль, 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 июль. Это дни недели, начиная с понедельника. Упражнение. Вопрос. Орюире босылею. Орюире босылею. Ответ. Что делаете в понедельник? В понедельник учусь. Угу. Понятно, да, образец, как это делать? Хорошо, попробуем. Карина, микрофон можете включить? Давайте, ребят, сейчас напишите, пожалуйста, в чат, кто не может включить микрофон, то есть у кого не работает. Не тот, кто стесняется, а у кого не работает микрофон, хорошо? Угу. Я буду вас решать. Если у кого работает, скажите обязательно. Угу. Ой-ой-ой, у вас что так не работает, скажите. Странно. Плюс это что, значит, не работает? Да? Я верно понял? Как собираемся учить, интересно? Хорошо, попробуем. Аделина, прочитайте, пожалуйста, второй пример. Хуайюирин босэльхио. Хуайюирин. Чего? Еще раз говорите, пожалуйста. А, все, хуайюирин мос. Ага. Что значит во вторник? Это я спросил. Это я. А, ага. Хорошо. Суё риль хейо. Суёныль хейо. Лавы.
Суть, почему имеем счет, почему «ль», потому что есть «почим». Да, это... Здесь «почим» внизу, с нижним согласного не было, поэтому «ль», а когда есть «ль». Хорошо, спасибо, идем дальше. Юлия Савельева, включить микрофон можете? Если вы с нами. Ладно, идем дальше. Рузана, включить можете? Да. Суйо вире буосы гео. Суйо вире буосы гео. Остальные попробуйте пока в тетради, да, написать, либо проверить или нет. Хорошо? Ага. Извините, Розана, еще раз скажите. Что? Алло, Розана, плохо слышно, да? Ага. Розана, еще раз скажите, пожалуйста, я не расслышал, как бы остановилась. Алло, вы говорите? Алло. Хорошо. Так, смотрите. А, неправильно. Пендерильхейо. Что вы делаете? А, надо говорить. Я пишу письмо, да? Пендерильхейо. Пендерильхейо. Попробуем дальше. Богоире босыхео. Богоил. Так, богоире. Богоил. Амукото. Анхео. Первый сам. Я в четверг. Ничего не делаю. Ничего не делаю. Амугото ан, помните, да, это частица не. Амугото ничего. Богуире амугото ан. То есть по четвергам я ничего не делаю. Угу. Кто в чате написал, я все прочитал, хорошо. Идем дальше. Кумюи. Кумюире босыхео. А Асимгуль здесь? Да, я здесь. Микрофон. Ага, прочитай, пожалуйста. Кумюре босрео. Сенил патирель хео. Ага, хорошо. Сенил патирель хео. Правильно. Сенил пати это? Вечеринка. Да, справляем день рождения. Хорошо. В Корее многие говорят вот так. Сэнпа. Сэнпа. Сэнпа это? Ну, это сокращенное, да, вот молодежь так говорит. Сэнпа это? Сэнпа. 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 Сэнгил пати, да, сокращенное. Сэнгил пати. А еще, сэнсэним, сейчас еще говорят, ко... коин норэбан? Что такое? Караоке. А. Тоже типа сокращенно. Ко. Коно. 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 Что это такое? Караоке песни сократили. Нет. Ну, рэп это караоке. Петь караоке. Коин, а слово по-английски коин. Это что? Монета. Монета. То есть это что значит? Обычно раньше караоке было как? За один час платили? А это вы платите за одну песню. То есть заходите там, одну песню хочешь спеть там убегонинга? Там 500 вон. Одна песня 500 вон? Да, одна песня 500 вон. И сейчас вам объясню кратко. Ничего себе.
песни. Обычно в Корее вам выглядит вот так. Норепан. Нет, нет, не так. О, вот так. Это дорогие. Где вы видите, да? Все видят. Норепан — это комната. Угу. Да, то есть обычно где поют. Видим? То есть здесь обычно заходят, ну, как бы группа людей заходит, да, вот получается. А вот это, видим? Такой. Кабинки. Ну, вот маленькие, видим, кабинки. Mm-hmm. Здесь кабинки обычно для одного, двух, там максимум четырех людей. И здесь, получается, вы... Это и есть коин, наверное. А это есть коин, ну, рыба. Вы видите, вот здесь такие маленькие комнатки. Это из куриных. Куда дети ходят обычно? Ну, у кого нет времени на, да, чтобы час попеть, два часа петь, это как бы не так уж и просто. Поэтому, если хотят там спеть там 3-4 песни, то идут коину рыбам, куно, и там вот поют. Ну, если же разбирать сокращенные слова, то там много чего надо делать. Ну, как-нибудь разберем. Кики попали же, как? Есть такое, дайте я вам одно объясню, такое интересное. Кили-кили попа. Кили-кили попа. Почему-то. Кили-кили попа. Кили-кили попа. То есть, если вы не сможете уметь делать киль-киль-папа, то вас многие не будут любить в Корее. Что такое? Что такое? Сейчас покажу, как это. Будут любить. Кильте кигу. Бро, киль-киль-папа. Кильте кигу падзе. Кильте кигу падзе. Те паджора. А? Перевод. Это перевод. То есть вот видите, вот видите, па-па. То есть, если подробно, то есть, короче, по-русски, как говорят, не суй свой нос в чужое дело. Не свое дело. Да, то есть, надо вот кильте-кигу, то есть, когда тебя касается, ты должен, да, вот, знать, когда ты можешь пойти в беседу. А пап, падельте падера, когда ты чувствуешь, что тебе не надо быть здесь, то лучше сам уйди спокойно, прежде чем тебя не выгнали. Хорошо? Ну, проще говоря, например, да, есть, например, ученик, да, если человек разговаривает, ну, учитель разговаривает с учеником, ну, с ребятами, то можно, да, говорить свое мнение вот такое, а если учитель говорит с учителем другим, то, как бы, дети же не могут вписаться в их разговоры, да? Ну, это само собой. А обычно такие моменты используются, когда вроде бы, да, парень с девушкой, например, идет, решили встретиться, да, парень с девушкой решили встретиться, а вдруг, да, там, друг парня или подруга девушки решила, ай, можно я с вами пойду, да, вот. Ну, все. Вот тогда говорят, папа, сразу понятно, да? То есть, да. Все, идем дальше. Туйре, туйре, суббота, туйре, туйре, ду, амугутто, анэй, да? Как? Четыре. Амугутто, анэй. Хорошо. Воскресенье, ирюиль, ирюире, Йонг-па-рыль. Плаю. Правильно, не хе-йо, а? Плаю. Перейдите теперь к странице 99.
У вас у всех есть учебники, да? Есть у кого нота? У всех же есть, да? Только в электронном формате. Mm-hmm. А ничего страшного. Главное, чтобы вы видели. Сейчас попробуйте услышать и сделать вот это первое упражнение. Вы будете не слышать меня, вы будете слышать голос. Аудио. Чужой голос. Аудио голос. Попробуем. Это тяжело. Потому что они говорят. Говорят чисто на корейском. Какая-то еще раз страница? 99. Ладно, голос понятен, слышно, и все хорошо будет. Секунду. Сагуа. 날짜와 요일 듣기 1. 알아봅시다 1번 다음을 듣고 알맞게 연결하십시오 Все понятно, да, всем? Вот это первое задание. Вы должны прослушать и подобрать правильные варианты. Все, смотрим книгу, слушаем. 1. И... Соединяйте, да, между собой. Приготовились. 2월 14일은 밸런타인데이예요. 2. 3월 1일은 삼일절이에요. 3. 5월 8일은 어버이날이에요. 4. 10월 9일은 한글날이에요. Так, все успели? Да. Раз надо же, да? Нет, еще раз можно. А, что? Еще раз. 10월 14일은 1. 2월 14일은 밸런타인데이예요. 2. 3월 1일은 삼일절이에요. 3. 5월 8일은 어버이날이에요. 4. 10월 9일은 한글날이에요. так. Все прослушали, да? Вернемся. Да. Ну, думаю, не так уж и сложно было, да? Посмотрим. Его чипсайрен. Валентайн Дэй. Валентайн Дэй. Дэй. Самол Ирин. Куда, куда, куда? Три, три, три. Два. Три. 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 Три, один. Хорошо. Ой. Харирен. Так, теперь посмотрите. Его Сипсаиль, да? Его Сипсаиль, первое. Валентайн Дэй, это что? День Валентина. Святого Валентина. Что-то такое. День независимости. Да, можно сказать, день независимости. Не день независимости, это вот независимость скорее приобрела потом. День это когда... Это смотреть, японская Корею. Оккупация? Да, да. То есть Япония, когда Япония, да, завоевала Корею, то есть убивали всех подряд, можно сказать, кто
да, вот, освобождение. Освободительные движения, то их всех убивали. Угу, угу. Народного восстания, как бы. А давайте послушаем, что я скажу, хорошо? Это что это тот день, когда вот корейцы все вышли на улицы Сеула, да, бывшего, и по всей Корее, и махали, получается, флаг Кореи и кричали вот такую фразу. Дэхан мигук. Мансэ. Мансэ. Вечная, вечная Корея. А, вечная жизнь Кореи, да? Ура! Республики Кореи, вот так. А мансэ это же вечная жизнь? Не, можно как. Здесь не вечная жизнь, а как этот. Да, вот. Вечная жизнь уже входит здесь, если когда поклонялись старям, да, вот поднимали, ага, возвышали старя, тоже что-то командное. Мы же говорим, да, вот ура, 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 да, типа такого. А в то время, как понимаете, говорили слова Тянмингук, говорили на корейском или носили флаг Кореи, то за это, конечно, убивали, но многие люди все равно боролись за освобождение, за независимость. И это вот день, когда они выходили на улицу и кричали вот это, вот эти слова. А какой год можно узнать? Какой год? Угу. Сейчас я точно не помню. Сейчас. Пятидесятые, сороковые. Это 1919 год. Слышите? Да, давненько. Ага, спасибо. 1919 год, да, получается, 1 марта. Хорошо, дальше. Уоль Париль. Уоль Париль. Обойна. Это? День матери или родительский день? День родителей. День mm-hmm. родителей. Не только мама, а именно родители. Mm-hmm. В этот день обычно дети идут, да, к родителям, либо дарят подарки. Вот. И последнее, сегодня куи, это хангыль-наль. Хангыль-наль. Корейского языка? Корейского. Алфавита. Хангыль-наль. Хорошо. Теперь послушайте, и вот это думаю, вы можете послушать один раз. Ага. Попробуем еще раз послушать. Следующий трек, я думаю, вы можете понять за один раз. Сейчас посмотрите, слышно? Хорошо, думай.내일은 1월 10일 수요일이에요. 2. 4분 더 2번. 다음을 듣고
보기와 같이 알맞은 것에 오를 쓰십시오. 1. 내일은 1월 10일 수요일이에요. 2. 4월 13일 목요일에 영화를 봐요. 3. 민호 씨 생일은 8월 27일 일요일이에요. 4. 11월 18일 토요일에 친구를 만나요. 야, третий не услышала. 아, сейчас главное было услышать меньшинство. Попробуем ещё раз. 2번. 다음을 듣고 보기와 같이 알맞은 것에 오를 쓰십시오. 1. 내일은 1월 10일 수요일이에요. 2. 4월 13일 목요일에 영화를 봐요. 3. 민호 씨 생일은 8월 27일 일요일이에요. 4. 11월 18일 토요일에 친구를 만나요. все равно я их понять не могу. Не понимаю я их, не понимаю. А? Они еще медленно говорят, да? Вот получается. Они непонятно говорят. Непонятно говорят. Непонятно. Корейцы говорят. Непонятно. Так, а я что, кто? Я не кореец. Так, первое. Первое. 내일은 1월 10일 수요일이에요. 또 правильный ответ первое. Второе предложение было 4월 13일 영화를 봤다. 나 смотрели фильм. То есть пойдет дальше. Третье. Минхо Си сэнгилэн 8월 11일이에요. И последнее. 7월 18일 토요일에 친구를 만나요. Все понятно, да? Хорошо. Попробуем следующий, на следующей странице. Попробуем. Это что-то у вас эхо. Эхо. Угу. А сейчас? Сейчас нормально. Ага. Попробуем следующее упражнение. Yeah. 2번 다음을 듣고 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰십시오. 1. 날마다 회사에서 일해 2번 다음을 듣고 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰십시오. 샤샤 세컨드 Сейчас, секунду. Сейчас, чуть-чуть. 2번. 2. 다음을 듣고 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰십시오. 1. 날마다 회사에서 일해요? 아니요. 토요일과 일요일에는 집에서 쉬어요. 2. 내일 백화점에서 쇼핑해요. 무엇을 사요? 옷하고 구두를 사요. 3. 민준 씨 생일이 언제예요? 2월 16일이에요. 다음 달이에요. 4. 카이라트 씨하고 예스볼 씨는 지금 무엇을 해요? 카이라트 씨는 방에서 숙제해요. 예스볼 씨는 요리해요.
Ничего не понятно. Третий непонятно. Третий непонятно. Новых слов. Сейчас посмотрим еще раз. Все, попробуйте ответить. Готовы, начинаем. 2번. 다음을 듣고 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰십시오. 1. 날마다 회사에서 일해요? 아니요. 토요일과 일요일에는 집에서 쉬어요. 2. 내일 백화점에서 쇼핑해요. 무엇을 사요? 옷하고 구두를 사요. 3. 민준 씨, 생일이 언제예요? 2월 16일이에요. 다음 달이에요. 4. 카이라트 씨하고 예스볼 씨는 지금 무엇을 해요? 카이라트 씨는 방에서 숙제해요. 예스볼 씨는 요리해요. Так. Ну как? Третий. А что третий? А остальное все ответили? Да. Хорошо. Ой, тяжко. Не понимаю. Я Извините, впервые все ходишь, чтобы с вами разговаривать. Не люблю я ваше аудио. Все, так, все меня слышат, да? Попробуем первое. 평일에 회사에서 일해요. 평일에 회사에서 아니요. Ответ? X. 아니요. 들어요. 들어요. Неправильный. 들어요. X. 집에서 쉬어요. Ответ? 들어요. Правильно. Это будет правильно. Почему? Почему? Суббота, воскресенье, он отдыхает. Суббота, воскресенье. Вопрос был. Налью. Или. Марни залью. Мальмада переводится каждый день. Ну, даже если вы этого слова не знали, вы не посмотрите, почему. Потому что здесь в примере написано 평일에 회사에서 일해요. Okay. 평일 – это что? А, это с понедельника по пятницу. А в ответ, кто там мужчина, да, она сказала, что нет, а не ее. Кто еще? Нет. В субботу и серия будет. Кто угадал? Кто попал? Я попал. Я не угадал. Дальше. Сейчас зависла, я не слышу. У вас сейчас вы зависаете у меня. Так, идем дальше. Второе. 백화점에서 옷에 옷하고 가방을 사요. 들어요. 구두. 구두. 구두 사요. 다시 한번. 맞아요. 맞습니다. 됐다. 뭐지? 맞죠. 맞습니다. Правильно, верно. Да? Первое. А если неправильно, ты не знаю.
Трассея. Нет, почему? Потому что здесь, видите, риль внизу и еще одна риль. Здесь л, р, две риль подряд. Л. Хорошо. Подойдем. Как хватимся? У того кабаны сайо. Цвет? Тиллосея. Как хватимся? Буосер сайо. Ходу сайо. Куду. Это туфли. Ну или у мужчин, как называют? Тоже туфли. Туфли. А, да. Идем дальше. Третье. Минджун си сэнгэрэн таум дал 16 ийэйо. Ажайо. Мазаннайо, тэнэннайо. Ажайо. Чё так не уверен? Ажайо. Ага. Ответ будет. Мазаннайо. Мазаннайо. Почему? Потому что... Аым. Вопрос. Минджун си сэнгэр онзэ ийэйо, да? На этой неделе, да, по-моему. Он как ответил? Нет, там это объясни. Смотрите, вопрос был, Минджун си сэнгэр онзэ ийэйо, верно? Ответ был такой. Сэнгэрэн иоль симнюгиль ийэйо. Там даль ийэйо. То есть, видим, да? Он ответил как? Мое день рождения когда? 16 февраля. Таум тарио. Таум переводится? На следующий. Следующий таль – это месяц. Месяц. Да? То есть, у меня день рождения 16 февраля, то есть, следующий месяц. Тогда ответ. Ну, здесь продолжение. Ответ будет. У Минджуна будет день рождения в следующем месяце, 16 числа. Угу. И последнее. Айрат Ишинен Чунхалки Хашинен Юрий Хио. Что-то все эхо не дают. Интересно. Маджайо. Интересно. Неправильно. Булжингре. 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 Что? Кайра Тэшинэн. Сугджихэй. Домашнее задание. Что? Они или он? Кайрат. Кайрат Шинен, Суктере Агому, Еспой Шинен, Буос Рео. Юри Хео. Юри Хео. Вот так вот. Ну что, кого? Интересно? Да, а то надо тоже, я подумал, на чужие голоса тоже слушать, поэтому решил сегодня добавить вот такие небольшие упражнения. Кто-то меня будет слушать, потом только меня будете понимать в Корее, потом не сможете никого понять. Поэтому, я думаю, в будущем будем так постепенно пробовать учить других людей. Вот здесь, запомните, одно слово было. Нальмада. Нальмада. Это что? Нальмада – это каждый день, ежедневно. Бэйл, то есть слово каждый день. Нальмада. Нальмада. Угу.
Хорошо. И последнее на сегодня хотел с вами, чтобы попробовали. На следующей странице упражнение 1. Это последнее упражнение на аудирование сегодня. Послушайте внимательно и ответьте правильно на вопросы. Начинаем. 3. 더 알아봅시다. 1번. 다음을 듣고 질문에 답하십시오. 지원 씨, 모레 약속이 있어요? 모레가 며칠이에요? 3일 수요일이에요. 네, 3일에 러시아에서 친구가 와요. 아, 그래요? 친구는 무엇을 해요? 그 친구는 한국어를 공부해요. 그리고 요리를 좋아해요. 어, 겁나 힘든데. 딱, как получилось? Первый. Да. Да, вы должны были уже ответить на все три вопроса, да? Ага. Попробуем еще один раз прослушать. 3. 더 알아봅시다. 1번. 다음을 듣고 질문에 답하십시오. 지원 씨, 모레 약속이 있어요? 모레가 며칠이에요? 3일 수요일이에요. 네, 3일에 러시아에서 친구가 와요. 아, 그래요? 친구는 무엇을 해요? 그 친구는 한국어를 공부해요. 그리고 요리를 좋아해요. хорошо. Думаю, этого достаточно. Так. Ничего хорошего. Терпеть ненавижу и слушать. 첫 번째 질문. 모레가 며칠이에요? 3일이에요. 며칠이에요? 3일. 아, 이건? 3일. 3일. 3일이에요. 3일. 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 2번, 3번, 4번. Да, то есть 1번, 2번, 3번, 4번. То есть первый вариант, второй вариант, третий вариант. 4번. Правильный ответ. 1번, 1번. 3일, 2일. 3일, 2일. Да? 자, 다음 문제, следующий вопрос. 다음 문제. 수요일에 무엇을 해요? 4번. 1번, 일해요. 2번. 4번 친구를 만나요. 친구는 어디에서 와요? 러시아에서. 친구는 러시아에서 와요. 러시아. 친구는 러시아에서 와요. 네, 다음 세드시. 무엇을 좋아해요? 1번 고기, 2번 노래, 3번 요리, 4번 요리. 1번. 3번. 3번.
Самбон. О, правильно. Самбон. Юри. Самбон. Юри. Коги это? Мясо. Мясо. Дуре это? Песня. А? Да, или песня. Ну, точнее, песня. Юри это? Готовить. Да, кулинария, готовить. Йохин? Путешествовать. Путешествие. Ответ был Юри. Так, Юри. Хорошо. Ну, как сложно. Нормально. Нормально. Так, теперь удобно еще раз повторить вот эти все слова, особенно с числами, с датами, хорошо? На следующем уроке мы перейдем к следующему уроку, к уроку номер 5. Чума. Хорошо? На следующем уроке перейдем к этому уроку номер 5. Сейчас пройдем небольшой тест, который я приготовил для вас. Хорошо? Готовы? Нет. Подготовьте. Ну, в этот раз тест не такой уж и сложный. Ну, это, конечно, опять мое мнение. Но, я думаю, минуты за... Сегодня также я вам дам 3 минуты. Если вы хорошо знаете числа, если вы умеете по-корейски немножко быстро читать, то вы сможете быстро ответить. Не умею. Умеете. Быстро я добавил... Не умею. Я добавил новую одну форму теста. Там один вопрос. Вы поймете, как там делать. Там надо будет сопоставить кое-что. То есть слово и перевод. Хорошо? Там будет как показано в виде таблицы, в виде сетки. То есть вы просто сопоставляете одно с другим. Хорошо? Ну, вроде все. В этот раз не так будет сложно. Ага, по возможности прошу, да, опять не смотреть записи. А самим пройти тест. Угу. Ну что, готовы? Нет. Давайте. Кто там плачет? Я, это кто? Это Оля или кто? Нет, это не я. Это Юля. Это Юля так плачет? Уплакать перед этим. Надеваться уже. Сейчас тогда... А, ничего, сейчас тогда. Попробуем сразу. Хорошо? Все, я скидываю вам группу. Секунду. Сегодня я решил приготовить для вас небольшой... Ну так. В прошлый раз, помните, 3 минуты какие были у нас? Прям черные, красные.
его немножко подсветим. Зелененький. Ой, синенький. Радужный. Радужный. Да? Готовы? Вот вам. Нет, еще что скидывали. Подождите, не переживайте. Это нет. Ничего не делаем. Еще не скидывали. Все, давайте отправляю. Удачи. А что нужно делать? Заходите по ссылке в WhatsApp. А меня нет в той группе. Сейчас, я знаю. Вот я скинул ссылку, заходим и решаем. Время пошло. Было время уже. Еще ни одного ответа не то. Присылаем. Там еще одну минуту. Заканчиваем. Бутэй. Хороший урок. Какой класс, зря палите.
присылаем ответы. Ко мне пришло 7 ответов, 8. Еще 2 секунд. Да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 17. 18, 19, 20. Все, хорошо, заканчиваем. Все. Пойдем к проверке. Сегодня я вам покажу немножко по-другому ответы. Сегодня я вот лично сам, да, вместе с вами сейчас попробуем решить все, что... Что-то у меня. Идем дальше. Первое. В каком порядке назвать дату в Корее? Ответ будет... Идем дальше. Сэньнёнвориль. Это дата рождения. Дата рождения. Если вы ответили день рождения, это тоже, как сказать, можно. Но мы разбирали, что сэньниль – это день рождения. Сэньнёнвориль – это дата рождения. Следующее. Вот здесь сложнее было. Небольшой таблички. Да? Что надо было сделать? То есть вот как бы есть таблица, вы ищете Орио и понедельник. Нажимаете на одну кнопочку. Дальше Кумиоиль. Пятница. Это пятница. Бобриль. Четверг. Четверг. Среда. Да. Ирюиль. Понедельник. А, у вас вторник, воскресенье. Воскресенье. Ага, то есть суббота. Айоиль. Надо было чуть-чуть. Вторник. Вторник. Здесь сложнее все. Было, то что. Идем дальше. Телефон узкий был. Смотрите, правильно. А, здесь, извините, моя ошибка. Я здесь написал второй понедельник, а везде написал второй. Ой, первый. Ну, мне кажется, не все поняли это, да? Но главное здесь не это. Главное здесь хотел посмотреть, как вы найдете завтра. Слово завтра. Mm-hmm. Ответ был либо этот, либо этот. Последний. Да, эй, завтра. Я здесь спрашивал про понедельник, поэтому ответ будет пятый, нейрен. Иоль, хотя, порюри. Идем дальше. Позавчера. Позавчера переводится. Дальше. Найдите корейские цифры. Это ответ сет. Рана. Это что? 22. 5. 90. Найдите сегодняшнюю дату. Сегодня 7 февраля. Ответ будет Иоль последний. Чили. Иоль Чили. Идем дальше.
Слышно? Все нормально? Как раз. Меня выкинуло, да? Так, давайте еще раз посмотрим. Седьмой вопрос, да? Сегодняшняя дата. Иволчири. Это 7 февраля. Идем дальше. Восьмой. Будет юволь. Помните, я вам говорил юкволь? А правильно будет юволь. Юволь. Это исключение. Идем дальше. Найдите летние месяца. Летние месяца это июнь, июль, август. Август. Юволь. Чего? Вот это не считается. Это не... Там же китайнинимнида. Хёнгэн там же хангуэ гамнида. Че нана, че нунанэн чинан же хангуэ гамнида. Я студент или школьник. Я хожу каждый день в школу. В будние дни, не каждый день. В будние дни. В следующей неделе я иду в школу. Иду в школу. Там же? Там, точно. Мой брат офисный. На следующей неделе он летит в Корею. Едет, все правильно, да, в Корею. Моя сестра поехала. Что там еще? Уехала. В прошлой неделе. То есть, если у вас порядок слов немножко различается от этого, ну, от моего варианта, но если у вас вся суть и вот эти моменты, да, когда, что и кто, если вы правильно перевели, это считается правильным ответом. Ну что, как? Я узнала, что я... плохо переводить могу, потому что читаю медленно. Да, да, здесь, смотрите, с этим мы, конечно, поработаем еще. По-моему, у меня не отправился. Может быть, этот, как его, на перевод как-нибудь отдельно другие время давать, потому что переводить сложно за 3 минуты, я там ничего не успела и даже не читала. Может быть, как-то отдельный тест, там, где этот. Ну, все равно. На следующей неделе, да, если честно сказать, в этот все видно опять, да? Да. Мне кажется, у меня проблемы с интернетом, поэтому прям выкидывает. Ну ладно, как раз мы хотели. Смотрите, на следующей неделе тест будет немного на перевод. Хорошо? Не переживай. Предложения будут не такие совсем сложные, но если вы будете знать хорошо слова, то сможете довольно быстро перевести. Как переводить правильно, я вам покажу на следующем уроке еще. Хорошо? То есть перед тестом мы разберем, я вам расскажу общий секрет, как можно, как правильно переводить. Переводи с корейского на русский и обратно. Сложно. Почему? Потому что
в русском языке, грамматически у нас получается совсем наоборот. В русском языке обычно же глагол стоит на втором месте, а в корейском языке глагол стоит в конце. Поэтому вы должны запомнить все, что есть впереди, а потом переводить, грубо говоря, с конца. Да. Ну, насчет этого мы будем еще работать, не переживайте. А для этого вы должны, во-первых, научиться хорошо читать, хорошо быстро читать. И, во-вторых, вы должны знать, конечно, слова. Поэтому до следующей недели прошу. Другого задания не надо. Научитесь, пожалуйста, быстро читать, хорошо? То есть даже если вы не понимаете, дайте, пожалуйста, научитесь быстро читать. Вы издеваетесь. Почему? Нет. Почему издеваетесь? Не издеваюсь. Я не умею быстро читать. Как раз научитесь. Вот, я знаю, смотрите. У меня, значит, описание идет. Чего? Я зависаю, когда начинаю быстро читать. То есть, например, секундочку. Вы ничего не понимаете по этому тексту. Вы должны уметь его быстро-быстро читать. Я не говорю вам быстро читать, как на русском языке, как сейчас вы говорите, хорошо? То есть вы должны, по крайней мере, уметь... О. Например, да, вот есть текст, это страница 110, да, например, вот такие тексты. Конечно, лучше, если вы будете читать вот так, да. 한국에서는 양력과 음력을 둘 다 사용해요. 우리가 쓰는 달력은 보통 양력이에요. 하지만 가끔 음력도 써요. 달력에서 양력은 보통 큰 글씨를 쓰고 음력은 작은 글씨를 써요. Это я прочитал первый раз. Если читать вот так, будет очень хорошо. Мы должны сказать «нет, сэр». Может, я кто-нибудь понравился. А если, например, то есть не до такой степени, но хотя бы вот так. 한국에서는 양력과 음력을 다 끝났다고 얘기해줄래? 둘 다 사용해요. 우리가 쓰는 달력은 보통 양력이에요. 하지만 가끔 음력도 써요. 달력에서 양력은 보통 큰 글씨를 쓰고 음력은 작은 글씨를 써요. 2010년 1월 1일은 양력 설날이에요. 어떻게 봤다고 봐. То есть, основная суть в том, что вы должны, во-первых, уметь различать хорошо слова, да, хорошо буквы. Во-вторых, когда вы читаете предложение, не разрывайте слова, да, то есть 한국에서는 не так, а сразу. 한국에서는 да, по словам. 양력과 음력을 둘 다 사용해요.
То есть, если вы не научитесь хорошо читать, то у вас прогресса в корейском языке много не будет. Хорошо? Поэтому прошу до следующей недели. Ничего другого делать не надо. Слова можете так просто повторить. Но наработайте, пожалуйста, скорость и правильность чтения. Хорошо. Как это наработать? Нужно много читать. Если хотите, читайте и присылайте, мне. А, это была моя идея. Группу надо. Можете прислать, но только важно. Только когда читаете, читайте спокойно. Обычно люди, когда читают на иностранном языке, начинают переживать, волноваться, и голос поднимается, ой, как высоко. Поэтому старайтесь читаться спокойно, как на русском. Читать любые тексты? Да, любые. Политику прочитайте, Адуан. Причем любимую манху на корейском первый раз в жизни прочесть. Да, да, можете прочитать слова любимой песни. Это будет намного проще понять. Да, то есть скажите, какая это песня, чтобы я знал. Петь не надо, только читай. Надо с этим, то есть читать. Еще раз говорю, петь не надо, хорошо? А все-таки не караоке. Да, это не караоке, я просто хочу... То есть на уроке иногда мы читаем. Сейчас есть ребята, у которых микрофоны не работают. Мне интересно, как они читают. Да, просто вот... Хотя бы, да, если вы быстро научитесь читать, то будете хорошо говорить. И, конечно, развитие в корейском языке у вас пойдет намного быстрее. Ну, всем. Если вопросов нету, на этом сегодня закончим. Надя, на 3 часа заходить не надо тогда, наверное. Я думаю, здесь вам будет нормально. Хорошо. Хорошо. Сегодня в 3:30 будет урок у другой группы по первому. То есть они сегодня будут проходить первый урок. А то, что мы с вами это раньше разбирали первый урок. Поэтому, если кто хочет, напишите, я вам скину ссылку, и вы зайдете на урок. Это не обязательно. Это по вашему желанию. Кто захочет, зайдет. Да, кто захочет, зайдет. Тогда я в чат ссылку скину в 3:30. Можете заходить, можете не заходить. Да? Тогда если только вопрос... держите язык за зубами. Я вас отключу вообще. Увидимся на следующей неделе. Всем спасибо. Аньхасаё. Аньхасаё. Аньхасаё.